Гуля. Все, полетел, полетел, все. Ой, счастье был ребенка, вообще улетел. Побегать. Туалет, что ли? А, или нет. Или в туалет. Они сторм-любители сразу. Сходите, все. Не подписывал так. Пишет, пишет. Ты мое чудо. Да. Ой, ребенку побегать, да. Ой, золотой. Здесь, кстати, не очень скользко, нормально. Можно погулять. О, появляется земля. Скоро будем давать таблетки, наверное. Да? Пойдем, давай вперед, гуляй. Хорошо. Сейчас как снег начнет таять. Ой, погода как разгулялась. Прям совсем даже и не холодно. Нет такого колючего мороза, как с утра. Хорошо. Да, талисман? Дима у нас завтра прилетает. Пока, не знаю, пока еще не решили, как что будем делать. Ну, в плане забирать, не забирать. Или сам приедет, не знаю. Вот, все, пошел, пошел в туалет. Мой золотой. Так. Я слышу, как орет Шали. Надеюсь, она же не вышла. Тали. Молодец. Молодец. Супер собака. Супер собака. Молодец. Все, гуляй. Молодец, слышит. Это важно. Ладно, сейчас все побегают у меня. Буду дела дальше делать. Чего там, палочку нашел? Ты играть хочешь? Нам надо две палочки, чтобы играть с тобой. Ну или давай это. Стой, стой, попробуем, стой. Попробуем, какой снег. Стой, ай, блин. Стоять. Вперед. Ой, нет, жесткий, жесткий. Нет. Снег бы как пушочек. Было бы замечательно это. Жестко. Молодец. Да, пойдем. Иди вперед. Давай, мой золотой. Скакуной. Прогулок все ждут. Вчера очень хотелось с ними погулять. Ну чего? Тебе кинуть? Талисман, снег такой. Ну да плюнь, я тебе кину. Хвостом навиливает. Плюнь. Плюнь. Хорошо. Сидеть. Ай, ты чего? Оп. Стоп. Стой. Вперед. Я переживаю в таком снегу за когти. Нет, Таль. Пойдем. Нафиг. Вчера хотела очень с ними погулять. Что-то было, во-первых, как-то хмуро, пасмурно, что ли, не знаю. Во-вторых, очень-очень скользко. Ну, здесь вот нормально. Пойдем, зай. Давай не будем бегать, я боюсь, когти испортишь. Сейчас поднимется коготь, потом вообще не наступит. Пойдем. Пойдем, мой хороший, давай. Фух. Мама давно не ходила. Много. Сейчас. С одним, со вторым, с третьим, а с четвертым уже задохнусь. Да, мой хороший? Пойдем. Умничка моя. Вот с талисманом, конечно, надо смотреть во все стороны. Все вокруг мониторить. Но он, слава богу, начинает хоть чуть-чуть наслушать. Ты решил... Талисман, неудобная коряга. Давай я тебя от нее отломлю. Хочешь? Отломить? Да. А у нас здесь папа пытался отломить. Не получилось. Здесь. Давай попробуй. Давай попробуй. Давай. Нет? Не получается. Таль, ты не в ту сторону.
Нет, талисман, не отломить мне. Никак. Ее, видно, недавно стелили. Она еще такая не сухая. Ну, таскай, хочешь, таскай. Ой, господи, меня только не снеси ей. Пойдем, кот. Давай, иди побегай. О, что-то отломил. Господи. Ребенок, ну неудобно же. Маленькая палочка, где твоя? Тале. Таль, где маленькая палочка? Где она? Маленькая. Талисман, маленькая. Это большая. Тали, это большая. Ну ладно. Это большая. Где маленькая? Машина, да. Молодец. Спокойно сейчас реагирует. Это меня тоже радует. Потому что я уже говорила, были времена, когда он стартовал за всеми машинами. Просто гонял их. Ну, неудобно же бежать так. Да, все начало потихонечку все таять. Появляется протальна. Скоро маму зашиб. Чудо-юдо. Скоро, конечно, уже надо будет давать таблетки. Сейчас начнет все совсем таять. И начнем обработку от клещей. Ты мой золотой. Машина там, да. Большая. Как твое дерево. Уже 7 минут. Ни о чем с тобой болтаем. Пойдем. Пойдем дальше. Давай, красавчик мой. Ой, господи, не упала. Что? Какие дела у нас? Без Димки, конечно, мне очень скучно. Я понимаю, что у него там куча работы. Но здесь даже учесть, что он всегда на работе, как-то не так. А вот когда где-то далеко, оно прям очень как-то переживательно. Талисман, мы так и будем с тобой вот так ходить? А? Ну это не оторвать, видишь? Папа пытался, потом я пыталась. Ты уже несколько раз пытался. Ну чего? Ты мой золотой. Думаешь, оторвешь? Или просто покушать палку хочешь? Талисман не толстый, но когда он начинает, ну, набирать, это является шкура. Вот эта вот лишняя. Вот эта вот. Из-за этого надо чуть-чуть его привести в порядок. Потом... Ай, Тали, меня убьешь сейчас. Талисман, ну посмотри, какая огромная она. Зачем она тебе такая? Все, мама пошла. Ты как хочешь. Что же это? Все.